Для изготовления шила мне понадобится вот такой брусочек. Из него я буду точить рукоятку. Ну и вот такой кусок электрода. 4 миллиметра. Из которого будет, собственно, будет сделано само шило. Точим рукоятку. Получилась такая рукоятка с бороздками, чтобы рука не скользила. И отверстие для самого шила. Теперь делаем само шило. Теперь отрезаем до нужной длины, садим на клей и затачиваем.